Всем привет! Сегодня посмотрим 316 Макси. Вот такой вот серый. 15-й год. Цена 22 500. Сейчас мы обойдем его. Ну, ребята готовят хорошо. Сейчас резина. Вижу новая. Так, что тут у нас? Также новая резина, вот Мишелин. Вот такого плана автомобиль. Вот, показывал раньше 319 Макси. Так, что у нас тут? Камера есть, ключи. Начнем с осмотра. Кто-то уже проверяет, нарезает круги 213. Так, по буди все чисто, пахнет. Особо вот, хорошо двери закрываются на магнитах. Ровненький, нигде нету никаких нюансов. Перегородка целая. Есть стекло, непонятно для чего. Двери закрываются, кстати, хорошо, легко. Так. Ну, тут состояние нового автомобиля. Даже не знаю, на чем акцентировать внимание. Полики, подлокотничек. На капоте родные сколы. Номер телефона, сервисная книга. Сейчас посмотрим. Кстати, резина и там Мишелин. Вот сиденье пилот. Так, что у нас тут? Так, 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 187 тысяч. 9 число. Так, сейчас заведем, послушаем. Тут есть круиз. Кнопочки, все. Все как надо. Так. Вот камера заднего вида. Обзор всего окружения. Так, парктроник. Так. Парктроник, парковка. Сейчас выйдем, послушаем. Гоняют фильтр на месте. Ну, особо ничего даже не посмотришь такого. Так что такой вот, ребята, автомобиль сегодня. Звоните, приезжайте, подписывайтесь на канал, показывайте друзьям. Мы всегда рады вас встретить. Поможем пригнать автомобиль с Европы любой, будь то легковой, грузовой, нет разницы нам. Так что до новых встреч, всем пока.